Чтикова есть два тайм-аута, но он не использует сейчас перерывы. Рассчитывает на съем. Мы с вами видим великолепную защиту от Владимира Шишкина. Неплохая задумка у Литвиненко, но Зеленков на месте. На месте и блок «Динамо», при этом мяч оказывается на их стороне. Я понимаю, вроде бы даже успели порадоваться хозяева площадки. Наверное, им показалось, что они заблокировали.